Его никто не видел, но хозяин им все время хвастается и пугает. Глава КНДР Ким Чен Ын говорит, что готов применить ядерное оружие в любой момент. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас пересматривается военная доктрина. Лидер страны заявил, что враги угрожают существованию Северной Кореи. Представитель Пентагона, в свою очередь, ответил, что силы США в случае необходимости готовы к ответному уничтожающему удару. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Франс Пресс. Накануне КНДР провела новые пуски ракет малой дальности уже после того, как Совбез ООН ввел против Пхеньяна самые жесткие санкции за последние 20 лет. С 2006 года Северная Корея провела уже 4 ядерных испытания и отказывается сворачивать программу. Власти утверждают, что в январе они успешно запустили водородную бомбу.